Хей, йога, с вами Шимики. Мы продолжаем проходить игру по названию Quest Hunter. Да, короче, это была жесть в прошлой серии. Я просто потратил все хилки, что у меня были. Короче, ГГ. Просто говоря, ГГ, АГГ. Сейчас мы с вами вот что будем делать. Тут стоит каменная мразь, которую я не мог пройти, хотя я могу здесь вот так делать. Отхиливаться. И за счет этого пиздить вот этого. Видите, он типа быстро атакующий. Он быстро атакует. В этом вот его сложность. То есть даже щит, если я поставлю, он меня пробьет. Вот видите? Я думал, он сюда сможет пройти. Подожди, сейчас я тебя убью, потом тут отхилюсь и потом пойдем сюда, либо куда там надо. Вот и все. Вот и все, каменная тварь. Да уж. Можно было не тратить хилки, как идиот. Так, 4 факела. Сейчас я тогда быстренько закинул в ящик еще себе припасов. Хотя я могу соломленную шляпу сделать. Блин, жалко, если сундук... Не, было бы классно, если бы сундук можно расширить. Блин, тут есть крафт. Я понимаю, если туда пойду, там будет жестко. Ну, в принципе, крутяшки и этого будет достаточно, чтобы его убить. Это чтобы туда сторону открыть. Да уж. Игра на самом деле не сложная, но блин. Ты можешь просто прокачаться и потом прийти в то место, где ты, так сказать, уже был позже. Так, сейф место для меня. А, то есть... Вам все равно на свет? Все равно? Ну, понимаю. Вы поняли? То есть они не боятся света? Давайте нажму так, к примеру. Это вот эта стоянка плотненько, да, открыл? Или тут все равно какие-то ходы? Куда? Может... А чё тут? Понимаю. То есть что там выход, что здесь выход? Тут без разницы. Добро. Так, значит... Давайте. Да куда, интересно, не смогу дойти? Через врата сможете пройти? Да, я лох. Ну,
хотя их можно обманывать, чтобы они меня били, и я просто подходил. Ну, херня в том, что они не считаются за монстров. Они не боятся света. То нахера я вот это поджигал, вопрос. Нужен золотой ключ. Леник, спасите, помогите. Не ешьте меня, я невкусный. Спасибо, что спас от неуминовой гибели. Если бы не ты, пал бы я сегодня в суп. На моем месте так поступил бы каждый. Хорошо бы награду получить. Мне просто клиент не понравился. А, клетка не понравилась. Скромный герой. Первый раз такой вижу. Вот, возьми награду за спасение. Ну, хилка. Ну, бывай. Постой, раз уж ты герой, у гоблинов был еще один пленник. А, вернее, пленница. Продолжай. Думаю, это была принцесса. Они ее съели? Думаю, нет. Они готовили ее для своего шамана. Где ее искать? Где искать шамана-гоблина? Ха. Ты что, не местный? Да, я тут проездом. Давай отвечу на карте их лагерь. Но учти, это очень опасно. Принцессу надо спасти. Ну, чисто по факту. Как говорится, чисто по факту. Камень не сияет, значит, пока что тут ничего нету. Я сейчас еще это сломаю, и мы с вами, в принципе, можем отправляться. То, что мне не ключ, а нихера. Мы сейчас с вами поднимемся наверх. Я закину бомбу. Можно добавлю быстрый слот. Метательное оружие. Взрывной эффект. Ну, против, наверное, гигантов помогают, мне кажется. А, я тогда еду все съел. Пойдемте еще факел один создам. На будущее. Я не знаю, что это за камни. О, старый шлем. Красиво. То есть здесь все улучшается, как вы видите, находки. Ладно, побежали. Да. Так, а я все сделал. Лагерь гоблинов. Пещера гоблинов и кубики. Лагерь гоблинов. Стоянка плотника, дом кузнеца. Болото. Скалистая локация. Ну, погнали к кузнецу, я думаю. Тайник мы нашли. Ух, нихера себе, вы поняли, в камнях находятся секреты? Нужно будет урон вкачать в следующем. На максимум. Надо будет в следующем вкачать... урона максимум, потому что мне дают ну типа, чтобы врагов быстрее убивать, да и все, забейте. Да, хорошее место с секретом.
Да? Нет, еще где-то есть один секрет. Ну, я найду секрет и уйду отсюда. Не может быть, чтобы нужно, чтобы открыть секрет? Мне нужно подпалить все факела. Ну смотрите, лопата не сияет. Мне кажется, где-то вот наверху может быть. Но я на бугорке никуда такое залазить не могу. Ну да. Интересно, где этот секрет может быть? Нету тут. Может быть в углу где-то? Да, вот. Ну, за секрет тоже опыт дают. Как говорится, кто деньгам не рад. То есть даже места бывают такие внезапные, с секреточками. Знаешь, я могу просто нажимать на локации, чтобы я ходил туда-сюда и искал, может, вдруг я еще что-то найду. Давайте сразу посмотрим, сколько здесь секреток. 3 секретки. Бля, быстрый бег очень нужно качать, потому что я не могу так медленно двигаться. Рыжеус, Эмма. Это ты, кузнец? Ну? Не знаешь, когда солнце пропало? Вокруг есть... Спокойно. Сделаешь для меня оружие? Не могу помочь. У меня украли мой любимый молот. Так, где ты его видел последний раз? Ну, вчера вроде тут лежал. Как выглядит твой молот? Ну, такой большой и тяжелый. Так, может, к тебе кто-то в гости ходил? А, точно, был один. Весь такой в черном. Я ему меч выколол. Ну, я к старому привык. Да и чего-то неохота. Вам будем искать. Короче, надо искать 3 здания здесь, где должно быть. А, так за дерево это тоже дают, я смотрю. По 2 опыта. Ну, зато дали. По крайней мере. Я думал, я прокачаться могу. Я уже тут подумал. В принципе, да, я могу просто пулять струю, да и все. Так, пока что лопата молчит моя.
что на удивление. Блин, надо делать так, чтобы враги не успевали по мне дамаг нанести. Сейчас мы все сделаем. Блин, можно быстро как-то открывать? Медленный процесс. Мне просто инвентарь скоро забьется, вот в чем проблема. Я, конечно, не против, если тут можно было бы где-то еще. Я бы очень сильно был бы не против. Лопата молчит, лопата молчит. И тут лопата молчит. То есть тайник пока что только здесь. Что у меня по инвентарю? Так, вот это уже херово. Один слотик остался. Ну, в принципе, я могу сходить. Блин, еще где-то один тайник нужно найти на карте. Нужно сходить там, где была наверху гора. Там за камнем. Вот кто его знает, лучше проверять. И серебряные ключи мне нужно много искать теперь. Так, сколько здесь? Один секретный сундук. Хотя, мне кажется, просто я туда зашел, в опасную зону, и все. Хотя, кто его знает на самом деле? Сейчас все мирно-мирно, потом бац, и нихера не мирно. Я думал, это хороший. Ладно. Я бы здесь спрятал сундук. Камни, камни, камни. Опа, тут что-то было. Да, нужно впритык подходить в местах, где может быть что-то быть. Так, лопата молчит. Лопата молчит, и это странно. Может быть, то и был секрет. Если да, то это странно. Гоп-стоп. Так. Кто это тут у нас? Ходит в гордом одиночестве. Только через мой труп. Бери все, только не бей. Так. Это ты, супермолот кузнеца? Как ты еще и слишком умный. Придется тебе, дружок, отдать все еще... Так. Мне все ценное. Я, короче, разведчик. Прямо за мной идет отряд из 20... правых воинов. Ой. Придется тебе взять под стражу. Давай ты меня отпустишь, а я покажу, где награбленное закрыто. Там много добра лежит. Ну.
Да ладно. Так я ж там был. А поняли, если бы я с ним дрался, скорее всего, он мне не показал бы это место. Манате его надурил. Посмотрим, что там награблено. Ну смотри, здесь можно даже таким образом... Без драк, так сказать. Попасть в нужное место. Бля, нужно было это вкачать. Ладно. Ладно уж. Так, это можно хорошо продать. Не знаю, сейчас схожу к кузнецу, типа, попытаюсь продать шмотки. Если у него можно, если нет, я починю что-то. Улучшу, может. Дружеский пинок в компании. Так, и мы с вами договорились где-то еще посмотреть здесь секретку, да? На карте она может быть где-то вот здесь, я думаю. Хотя здесь мы что-то с вами находили. Ладно. Вот твой молот. О, какое оружие можешь сделать? Ну, могу дубину с шипами, еще могу ржавый меч. Блин, я даже не знаю. Дубина с шипами? Давайте ржавый меч. Нужно еще 10 дерева и 15 камня. Да сейчас принесу. Все собрано, вот. Ага. Клац, клац, бах, дын, готово. Отлично, хорошо бы теперь где-то проверить новое оружие. Ну, тут недалеко пещера есть. В ней можно. Гоблины роют, главное не заблудиться. Они ее каждый день перестраивают. Спасибо. Если хочешь ковать оружие, приходи ко мне в лагерь. Там всегда работенка найдется. Ага. 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 Ну, увидимся в лагере. Понятненько. А что яд? Подходит для безвыходной ситуации, но лучше продать. В чем суть его? Так, мне бы, блин, жалко, что на карте не показывают, куда мне идти. Вот это два, это в лагере задания. Здесь где-то, я не понимаю, где. Ладно. Потом сюда придем, может быть, найдем. А, это, наверное, рандомное типа место имеется в виду. Случайная встреча. Найдено секретов 3. Надо бы где-то помыться. Похоже, они идут на запах. А, прикольно. Прикольно вы, ребята, дела делаете. Так сказать.
Пойди, три сундука должно быть. Туда в угол еще сбегаю. Так, я огонь нашел. А лопата молчит. Ой, ладно. Что у нас в сундуке? Рюкзак полон. Ну, как обычно. Ой, блядь. Ладно. Я сразу прокачать могу. Оставлю. А, я все нашел. Оказывается, секретки это тоже такие считаются камни. Обычные факела, которые спрятаны за углами. Понятно. Здесь я два не нашел, потому что там одно место закрыто и второе закрыто. Так, давай посмотрим, сколько будет создать вещи. Лучше б я дубинку, блядь, бы сделал. Знал бы я. Хороший меч. Блин, я бы хороший меч себе сделал за 500. А, хотя у меня ржавый, да, меч? Спасибо, не надо, как говорится. Ту-ту-ту. О, нет, не то. Ну, яд я могу, в принципе, продать. И сделаю еще сейчас пару факелов. Отправляемся. Так, отправляемся мы с вами куда? К плотнику. Чтоб он там и домик сделал, как говорится. Так, здесь два сундука можно найти. Эй, лесоруб. Ты тут плотника не встречал? Быстро рук. Плотник, это я. Что хотел? Плотник, с таким топорищем? Что с солнцем случилось? Кораблю меч строить? Не, я только домики умею. Что? И мне построить сможешь? Я слышал, что ты искусственный мастер в этом вопросе. Мастер, я действительно искусный. Это ты в точку попал. Помогу тебе. Но вот беда. Мы пожитки завалило оползни. Помоги мне их достать. А, нет проблем, где копать. Ну, дальше по тропинке. Там все увидишь. Окей.
Так, микрофон не фонит. Тут по картинкам не фонит. Я, короче, так подумал, ресурсов у меня уже достаточно. Не так, да, их там, кажется, много. Ну ладно, дерево можно будет еще нарубить. Плюс я сейчас его срубаю просто за один тык. Дальше нужно, блин, я не знаю, вот по сути нужно мне в урон качаться и как бы в деф. О, блядь! А потом думает, что ты умер. Сейчас мы бомбочку пульнем в ту мразь. Я ему, блядь, покажу нахуй. Как втихаря в меня нападать. Я как раз посмотрю урон. Ух, не нравится мне этот маленький сундучок. Тут сундук будет. Нет. А форма под сундук. А, это его инструменты. Вот вы и добро. А ты шустрой лопатой машешь. Показывай, где строить будем. Давай покажу на карте мой лагерь. Ча, добро, сохрани и прибуду. Я тебе сейчас, блядь, покажу, зараза. Херня, блин. Каменная. Умный такой. Ишь ты. Да херовное создание. Все? Или где-то в камне, как обычно, секретка спрятана? Нет, все. Сейчас мы домик построим с вами, ребята, и серию на этом закончим. Ну что, начнем строить дом? Не спеши, в это дело главное ресурсы. Принеси мне 20 дерева и 15 камней. А я пока топор наточу. Оп-оп. Я все собрал. Молоток. Теперь надо расчистить место. Иди и выруби там все. Уже бегу. Местечко расчищено, как надо. Отлично работает, сейчас я все устрою. Сейчас посмотрим, какой он нам домище сделает. Слишком долгий процесс. Внимание, внимание, всем-всем-всем! Главные новости королевства прямо сейчас! Совершенно коварное злодеяние в истории королевства. Украдено наше светило. Нас ждут смутные времена. Бандиты грабят без перерыва на обед. Домашний скот одичал и нападает на своих хозяев. Посевы погибнут на полях. А грабят великих... Так, грядет великий голод. Мертвецы встают из могил. Дилус... Обстоятельств король повелел всем и каждому искать пропавшее солнце. Нашедшего ждет щедрая награда, королевская дочь
в жены и земля с замком придачи. Спасибо. А чё так долго? Нихера бомбы стоят. Как я понимаю, мне нужно выйти с локации и зайти в нее обратно. Да. Ну что, ребят, давайте, думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подпишитесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!